Зимой устюжане часто недовольны качеством уборки снега. Он с городских улиц возится не всегда. На улице Кирова, 90, сугробы из грязного снега были почти в человеческий рост. Тут любой завозмущается, да и вид города портится, если вовремя не убирать грязные горы. Это первый год. Мы живем здесь 30 лет, а первый год нам сюда... Ее не объяснили мне, что я писала, что зачем нам... Это тут склад образовали, откуда снег возят. Они говорят, с тротуара вот тут, так с этого тротуара. Вон, видите, какие кучки? Угу. Так они же не могли такие кучи быть. А у нас здесь всегда вот здесь лыбина. По словам жителей, снег лежит там уже не первый день и даже не первую неделю. Несанкционированные свалки в черте города строго запрещены. Устюжанки считают такое хранение снега не экологичным. Испарения от грязного снега влияют на качество воздуха. Да это техническая соль, вы представляете? Мусор. Это будет таять, мы будем дышать этим. Так вот я и говорю, песок, столько грязь. Навозили, и говорят, с тротуара не было бы. Так еще полтора метра. Так вот с той стороны, вон, за знаком, все сюда свозили. Администрация города оперативно отреагировала на эту жалобу. После обеда огромные кучи были вывезены. В комментариях под постом появились благодарности от жителей дома. Если вы столкнулись с подобной проблемой, сообщите в управляющую компанию. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».